Люди знали, что покупали. Собственники участков рядом с деревней Бородино Суздальского района приобретали земли сельхозназначения, а значит, должны их обрабатывать. Такой ответ мы получили из Суздальской районной администрации. Напомним, на прошлой неделе к нам обратились владельцы участков. Они рассчитывали, что переведут земли в зону индивидуальной жилой застройки. За 3 года людям удалось оформить документы. На руках у них внесены изменения в генплан и постановление от главы Новоалександровского сельского поселения. Только вот до стройки дело так и не дошло. Нам сказали, что есть шансы полный успех, что переведут в ЖС, все нормально будет. Но застопорилось. Мы наняли адвоката. Адвокат 3 месяца переводил какие-то документы, делал там и так далее. В итоге ничего. Документы люди получали у чиновников Новоалександровского сельского поселения, а в прошлом году полномочия передали в Суздальскую районную администрацию. Там утверждают, что бумаги собственников участков выдавались незаконно. Людей ввели в заблуждение, и в ближайшем будущем построить дома на землях сельхозназначения им не удастся. А вот разобраться с теми, кто выдавал разрешение документы, должны правоохранительные органы. Каким-то там непонятным путем странно, тут странностей много. Вот сейчас разбираемся. Были там деятели политические в Новоалександровском сельском поселении, которые бездумно или безграмотно, или специально всю эту ситуацию приводили вот в такое в дело. Где-то людей обманывали, где-то люди сами шли на самообман, понимаете?